Друзья, всем привет! Хочу с вами немножечко поболтать. У нас таких видео разговорных очень мало, но хотелось бы с вами уже знакомиться поближе. Пишите свои истории. Кому интересно, может, какие-то вопросы задавать, и я отвечу. Но хочу рассказать, в принципе, как я вообще попала в Америку. Значит, я родилась в Украине, в городе Киеве. Это столица Украины, самый любимый мой город, моя страна, в которую я обязательно вернусь, приеду. Я никогда не ездила ни в какие города, ни в какие зарубеж до 30 лет. Как у всех, наверное, была первая любовь, какие-то отношения школьные. Ну, наверное, я думаю, у всех они заканчиваются неблагоприятно. Если у кого-то что-то выходит с школьных отношений, перерастает в семью, я очень рада, но мне кажется, этого очень мало. У меня было так, они закончились не особо хорошо. Сегодня у нас ветер, извините. Закончились отношения не особо хорошо. Зашла и чисто случайно увидела фотографию парня с рыбой на рыбалке. Так как я люблю рыбалку и мой дядя рыбачит, мы были на рыбалке тоже недавно, у меня тоже были фотографии, как все, вся молодежь фотографируется. И я отправила этому парню свои фотографии с рыбой и написала: отличная охота. Мы начали переписываться, завязались отношения, даже не отношения, а переписка началась в сентябре. И мы писались каждый день: доброе утро, спокойной ночи, хорошего дня. И ближе уже к зиме, к Новому году, на Рождество, меня этот парень, мой будущий супруг, муж, пригласил в Польшу. Это первая моя была поездка за границу. Мы встретились на Рождество в Польше ненадолго. Это первая наша была встреча. Конечно, уже было понятно, что мы друг другу нравимся. Ну, мы там гуляли, общались. Это было недолго, мы неделю всего лишь там побыли. Ну, после этого, когда уже мы увиделись, начались ближе отношения, уже переписка, хотя была очень сложная переписка, так как в Америке 8 часов разницы с Украиной, то я приходила домой с работы, это было 6-7 вечера, а супруг только ехал на работу утром. И вот это я сидела до часу, до двух ночи, переписывалась в Фейсбуке. Было сложно, я уже хочу спать, а как раз муж освобождался с работы и хотел больше пообщаться, позвонить. В общем, было интересные переписки, у нас много было общих тем, понравились друг другу. И после вот Польши мы решили, что у нас мы будем продолжать наши отношения, наши уже отношения, и начали готовиться уже больше к встрече, чтобы я приехала. Хотя муж приезжал в Украину, мы там гуляли. Кому будет интересно, я расскажу, как он приезжал, как мы готовились, как я готовилась к переезду, как ехала. Если кому интересно, пишите. Очень интересно послушать, может, у кого-то какие-то были тоже такие знакомства через соцсети, которые привели к семейной жизни. В общем, так мы познакомились, и я приехала в Америку, и мы поженились. Будет интересно, как проходила свадьба в Америке? Пишите, я расскажу.
решила полить свои орхидейки. Поливаю я их водичкой с озера. Им очень нравится. Советую, у кого есть дома аквариумы, поливать с аквариумов. Вот даже новенькая. Вот такая красота. Пришла, полила свои цветы. У нас сегодня такой ветер. Вообще в штате Флорида сейчас идет ураган. Он в 7:45 утра вышел на берег. 60 миль в час. Ураган третьей категории. Так как мы, в принципе, не особо далеко. У нас тоже, видите, отголоски. Ветер сильный, но в меру было и хуже. Один раз было 60 миль в час. Ветер, конечно, все ходило ходуном, повалило много деревьев, света не было почти сутки. Но вот такая вот природа. У природы нет плохой погоды, приходится с ней мириться, как-то приспосабливаться. Ну ничего, этот мы тоже переживем.